Сейчас будем хуярить коп. Но так как этот ебучий дождь пошел, вот сами видите следы. Вот, я не знаю, было видно или нет. Так вот. Видите вот это вот? Это у нас будет крышка. Сука, нахуя такая тонкое дерьмо? Так вот, не появилась идея башки сделать колхозный коп. Смотрите. Как бы я, смотрите, сейчас начерчу. Начерчу это все дело. Выпилю. Выпилю. И как бы у меня будет двойная вот такая вот ДСП-ха. Тяжелый короб получится, полюбас тяжелый. Но домой, в принципе, я попробую. Ну, домой, в принципе, можно дотащить. Можно так сделать. Все чертежи у меня есть. Ну, сейчас я буду делать короб. Скоро будет лютая валева нахуй. Стрижевой. Какой нахуй сейчас стрижевой, блядь? Что это за фанера уебанская? Ладно, ждите, скоро будет короб. Будем мучиться сидя. А я пока что буду пить чаек. А, у меня же вот что еще есть, я хотел показать. Есть у меня центр, блядь. Центр есть, нахуй. А, там внутри находится эстрадный динамик. Да, скорее всего, эстрадный. Ну, не видно его, блядь, никак. Вот такая вот херня. Но вот только... Ой, блядь, помню, нахуй, я слушал музыку AUX. Вот, я забыл, куда вставляется AUX. Вроде как вот сюда. Вот сюда, скорее всего, вроде как. Я точно, ребят, не помню. Также эквалайзер я уже забыл, где он находится. Ну, скоро будет, в принципе. Сюда кассетки вставляются, как обычно. Скоро, в принципе, будет короб. Ждите. Ждите, нахуй, а я бухать.